Любой турист, оказавшийся за границей, особенно далекой, решает для себя непростую задачу. Либо привезти одну дорогую и красивую вещь и показывать ее всем друзьям и родственникам, рискуя нарваться на не совсем благосклонное к себе отношение. Либо набрать множество мелких и, в общем-то, бесполезных, но милых сувенирчиков и, раздарив их каждому знакомому, заслужить репутацию щедрого человека с хорошей памятью. Безусловно, в этом случае рассказ о поездке будет принят на ура. Подобные безделушки можно купить на любом придорожном базарчике, которые отличаются в каждой стране национальным колоритом предлагаемого ассортимента, но никак не отличаются манерой поведения продавцов и покупателей. Продавец мечтает продать подороже, покупатель хочет купить подешевле. Но зачастую ни тот, ни другой даже примерно не представляют себе истинной стоимости предмета торговли по причине отсутствия специальных знаний. Хотя базовые знания поведения на рынке есть и у того, и у другого. Позволим себе озвучить правила поведения покупателя. Прежде всего, твердо помните, что местные деньги, которые вы держите в руках, это не рубли, а самая настоящая валюта. Не забывайте, что друзей у вас много, а денег мало. Поэтому попробуйте внятно объяснить продавцу, что ваше племя будет неустанно молиться своим богам, восхваляя его имя столько лет, сколько разных предметов он может, хорошо подумав, предложить вам на эту сумму, потому что других денег у вас нет. Если это не сработало, есть один безотказный способ. Подарите ему какой-нибудь предмет одежды, объяснив, что это вождь вашего племени передал лично ему в знак бескорыстной дружбы между нашими народами. Большинство людей, знающих об Африке только понаслышке, представляют ее как почти сплошную пустыню с редкими баобабами внутри еще более редких оазисов. В Намибии, правда, расположена одна из самых древних на Земле пустынь, которая так и называется – Намиб. Но занимает она совсем незначительную часть на западном побережье страны. Помните анекдот советских времен? Вопрос – что будет, если в Сахаре установить советскую власть? Ответ – начнутся перебои с песком. Примерно то же самое происходит в Намибии, но совсем не по политическим причинам. Большая часть страны покрыта деревьями, кустарниками и экзотическими растениями, которые прекрасно чувствуют себя в мягком африканском климате. Не хуже чувствуют себя жители Намибии, особенно белые. Учитывая почти райские условия жизни, плотность заселения страны должна быть сходна с плотностью заселения той же Рублевки. К счастью, пока это не так. Если на Рублевке между домами среднее расстояние где-то 50 метров, то дома богатых намибийцев, как правило, находятся друг от друга на расстоянии каких-то 50 километров. Соответственно, и масштабы построек сравнимы с расстоянием. Если рублевские кактусы легко помещаются в горшочки, то намибийские с трудом могли бы поместиться в плавательный бассейн средних размеров. Если рублевские аквариумы, занимающие полстены, являются заслуженной гордостью хозяев, то стандартный намибийский аквариум – это пруд диаметром метров 15-20. Но, к сожалению, для рыболовов рыбы, что у нас, что в Намибии, вырастают до одних и тех же максимальных размеров. Большинство туристов приезжают в Намибию не столько для рыбалки, сколько для охоты. Вообще охота, как вид бизнеса, довольно значительная составляющая национальной экономики. На поток приема иностранных охотников начали ставить около четверти века назад. Сейчас их в год приезжают сюда около 10 тысяч. Возникает естественный вопрос, что же стало под этим сумасшедшим прессингом со здешними животными? А вот что, их численность за эти 25 лет выросла практически в четверо. Главным символом Намибии, неизменно присутствующим на денежных купюрах и монетах, обложках туристических буклетов и в рекламных роликах, является винторогая антилопа куду. В начале прошлого века, когда Намибия была немецкой колонией, куду считалась настолько редким животным, что лицензию на ее отстрел выписывали в Берлине. Сегодня же она совершенно обыденное явление, и редкий охотник уезжает домой без этого трофея. Несколько сотен намибийских ферм либо целиком специализируются на охоте, либо сочетают ее с животноводством. Одна из таких ферм под названием «Зелда» принадлежит Биону ван Некерку, нашему гостеприимному хозяину. Когда произносишь слово «ферма», то как-то автоматически представляешь себе крестьянский дом, коровник, двор с полуразобранными тракторами. «Зелда» несколько отличается от этих наших представлений. Дело в том, что средний размер намибийской фермы не менее 15 тысяч гектаров. Основную часть этой внушительной площади занимают охотничьи угодья, где можно не только поохотиться, но и просто понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания.
Впрочем, чтобы полюбоваться на некоторых зверей, совсем не обязательно сильно удаляться от фермы. Достаточно просто выйти во двор. В комфортабельных вольерах на Зелде живут гепарды, кабаны-бородавочники и другие представители африканской фауны, которых мы привыкли видеть разве что в зоопарке. А здесь они ведут себя, как обычные домашние животные. Среди большого количества экзотических копытных на каждой ферме есть и привычные нашему взгляду коровы. Разведение крупного рогатого скота традиционно для Намибии. Мало кто знает, что намибийская говядина по качеству может легко поспорить с говядиной из Аргентины и Новой Зеландии. Мясо идет не только на экспорт, но и составляет основу рациона большинства жителей страны. Помимо традиционных блюд из мяса, особой популярностью у туристов пользуется бельтонг. Это душистое, приправленное специями, вяленое на солнце мясо коров и других животных, иногда настолько острое, что небольшого кусочка хватает сразу на две большие кружки запотевшего пива. Кстати, основное преимущество бельтонга в том, что он может храниться месяцами. Но для настоящих любителей пива это преимущество не актуально. Малонаселенность Намибии предполагает отсутствие не то что пробок, а вообще какого-либо серьезного дорожного движения. При передвижении по стране встречные машины попадаются нечасто, а обгоны бывают настолько редко, что в местных правилах дорожного движения этот термин вообще отсутствует. Что уж говорить про передвижение по территории собственной фермы. Тем не менее, трафик неожиданно возникает именно на этих дорогах, поскольку все представители животного мира тоже являются полноправными участниками дорожного движения. Они могут позволить себе некоторое несоблюдение правил, поскольку права им выдала не какая-нибудь левая госавтоинспекция, а сама природа. Вообще, глубокое понимание природы – обязательное условие для того, чтобы руководить охотничьей фермой. Случайных людей здесь не бывает. Наш хозяин Бион – выходец из Южной Африки. Он служил в десанте, воевал. Профессионально и, судя по количеству наград в кабинете, весьма неплохо играл в регби. А потом занялся охотничьим туризмом. Сейчас в Зелду приезжают и заядлые трофейные охотники. Бывали здесь, кстати сказать, и наши соотечественники. И те, кто хочет просто побывать в буше, полюбоваться на диких зверей. Ну а если кто-то захочет впервые взять в руки карабин и открыть свой лицевой счет, оружейный арсенал к его услугам. Речь, конечно, идет о неком подобии тира, потому что любой выстрел по реальному животному стоит денег. Каждая антилопа, в зависимости от роста и размера рогов, оценивается в соответствующую сумму. Как правило, цены колеблются от 300 до 1500 евро. Но это далеко не предел. При желании вы можете войти в круг элитных охотников, правда, за совсем другие деньги. Речь идет о большой африканской пятерке, в которую входят слон, буйвол, леопард, лев и носорог. Средняя продолжительность подобной охоты – 3 недели. Каждый день обойдется не меньше, чем в $1000, причем с далеко не гарантированным результатом. А если вы хотите гарантий, то поезжайте на вольерную охоту в ЮАР. День будет стоить дешевле, но за леопарда придется выложить еще 12 тысяч зеленых. Буйвол обойдется в 16, носорог потянет уже на 40, а за слона возьмут не меньше 45 тысяч. Нарисованный лев не стоил нам ни цента, а вот за реального пришлось бы отвалить как минимум 30 тысяч баксов. Люди с воображением, скорее всего, потратят некоторое время, чтобы решить, что, пожалуй, не стоит торопиться вступать в охотничью элиту. Люди с калькулятором поймут это в течение нескольких секунд. В этих охотничьих угодьях большую пятерку не встретишь. Зато антилоп здесь в избытке. Если вы не настолько охотник, чтобы несколько ночей подряд выслеживать дикого леопарда, но все же охотник, и без трофея вам уехать из Намибии никак нельзя, то охота на антилоп с почти гарантированным результатом – это то, что вам нужно. Важная деталь – стрелять вам все же придется самому, из довольно значительного расстояния. Ведь ни одна нормальная антилопа не в восторге от перспективы оказаться в вашем каменном зале, а потому будет вести себя соответственно. Так что это самая настоящая охота. Хотя в Намибии дикие животные являются собственностью фермера, отстрел возможен только на основании лицензий, которые, как и у нас, выдаются в зависимости от результатов учета. Вот только учет здесь куда более достоверный. Потенциальными охотничьими трофеями, встретившимися нам, были хардбисты и вайлдбисты. Последние имеют русское название, знакомое даже тем, кто никогда не интересовался африканской охотой – антилопа гну. Вот только оказалось, что гну – это не изящная грациозная антилопа, как, очевидно, полагал герой «Золотого теленка» Адам Козлевич, называя так свой автомобиль, а этакая плотно сбитая коровка.
Африканские профессиональные охотники в шутку называют их «буйвол для бедных». Поголовье этих животных, некогда мигрировавших по Африке без преувеличения миллионными стадами, сейчас несколько сократилось. Но все равно встречаются они часто и стоят тафии относительно недорого. Охотничий закон стоит на страже интересов приезжего охотника. Принимающего фермер обязательно должен иметь образование профессионального охотника. Существует две его ступени. Нижняя позволяет сопровождать охотников исключительно в собственных угодьях. Высшая – где угодно. Однако при любой из этих ступеней профессиональный охотник должен безошибочно определять, порой с расстояния в сотню-другую метров, качество будущего трофея. И если ошибется и предложит гостю стрелять по зверю с рогами хуже установленного стандарта, то сам и оплатит свою ошибку. Большинство участников нашей экспедиции ограничилось упражнениями на импровизированном стрельбище, поскольку были рыболовами и по живым мишеням стрелять не собирались. Но один охотник среди нас все-таки нашелся и, решив вспомнить свое охотничье прошлое, отправился в сопровождении хозяина фермы Биона и его черных помощников-следопытов за трофеем. На самом деле, серьезная охота планировалась на следующее утро. Но поскольку мы наснимались и нафотографировались досыта, а до заката оставался еще час с небольшим, было решено сделать внеплановую попытку. Поскольку охота получилась экспромтом, то право выбора места и объекта охоты остались за хозяином. Тем более, что ему виднее, какие животные в переизбытке, и требуется некоторое сокращение их поголовья. В этом случае человек с ружьем превращается из охотника в полном понимании этого слова в просто стрелка. До какой-то степени это напоминает рыбалку на платном водоеме, где романтическая составляющая совсем невелика, зато согревает точное знание того, что здесь рыба есть. Трудно сказать, сыграла ли свою роль непривычная обстановка или чужое оружие, но выстрел оказался не идеально точным. И вот тут пришлось проявлять свое мастерство черным следопытом. Кажется, что найти не на белом снегу, где четко видны все следы, а на сухой земле и высокой траве свежий отпечаток копыта, капельку крови – это из разряда миссия невыполнима. Но залог успеха заключается в том, что жители африканского буша, бушмены, не просто ищут следы, они вживаются в образ, перевоплощаются в искомого зверя. Но поиски все равно могут затянуться.